don't understand the first court's decision to give 1 year less than the max when I've been here almost 8 months and people with more severe crimes have gotten less than what I was given. Это, безусловно, противоречит, ну, практически всей нам известно существующей судебной практике на этот счет. Соответственно, по дальнейшим шагам мы должны, конечно, с Бритни это все обсудить. Там, будем мы дальше подавать жалобу, не будем. Ну, нам нужно, наверное, все средства правовой защиты, доступные нам, использовать.